В международном аэропорту Чебоксар сегодня встречали гимнаста Владислава Поляшова. Он вернулся из Олимпийского Токио. Позавчера, 24 июля, наш соотечественник показал третий результат среди россиян. В упражнениях на коне занял 5-6 строчку в общетурнирной таблице и не смог продолжить борьбу за медали. При этом в командном зачете сборная России поднялась на высшую ступень пьедестала 32-х летних Олимпийских игр. В зоне прилета Вячеслава Поляшова встречали журналисты, друзья и болельщики. Так, получилось, как получилось. Старался, конечно, выполнял свои упражнения. В принципе, достойно выполнил. Но судейство... Первую смену всегда в основном сильно судят, строго очень. Есть над чем подумать и работать дальше. Чемпионат мира через 2 месяца. Сейчас буквально с 20-го сбор уже начнется. Будем потихонечку готовиться туда.